На встречу с бойцами депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Дмитрий Акулов и депутат Алексей Вохминцев пришли не с пустыми руками, с подарками, приобретенными по запросу самих ребят. В каждом наборе комплект спортивной одежды, а также то, что поднимает настроение – чай, кофе и сладости. Вы те ребята, те бойцы, которые сегодня защищаете наш мир и спокойствие. Спасибо вам большое. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения домой. Победа будет за нами, ребят, потому что все-таки крепость духа, которая есть у вас, ее не сломить никем и никогда. Никто, кроме нас, как говорится. Да. Сергей Пахомов отметил, принято решение о возведении храма на территории военного госпиталя на ферме. Участок земли под строительство уже выделен. Скоро должно начаться проектирование, определенные изыскания нужны, но храм здесь точно абсолютно будет. Решение такое мы приняли, потихоньку, помолясь, как говорится. Я думаю, что у нас тоже получится, это тоже очень нужно. 23 февраля, чей же это праздник, как не ребят. Поэтому мы стараемся всегда при любой возможности здесь бывать. Сегодня без внимания не остается любой запрос от администрации военных госпиталей и от бойцов. Празднование Дня защитника Отечества – добрый повод пообщаться и пожать им руку. Спасибо, ребят. Спасибо, мы поехали. Выздоравливаем. Ирина Белякова, Евгений Николаев, Дмитрий Зайчиков, ТВР-24.